Давеча, и мы продолжаем. В Кировскую область поступила новая партия вакцины от коронавируса. Всего почти 14 тысяч доз препарата «Спутник Ви». Как сообщают в Минздраве региона, в понедельник область получит еще 18 тысяч доз. В данный момент полный цикл вакцинации прошли 46 тысяч жителей Кировской области, то есть они сделали две инъекции двухкомпонентной вакцины. Более 80 тысяч жителей области привились пока одним компонентом. Кстати, с 7 апреля в торговом центре Новоровского 77 начал работу выездной пункт вакцинации. За два дня его посетили около 1000 человек. Прием граждан там возобновится с 14 апреля.